Добро пожаловать в Мемориальный музей основоположного азербайджанского вокального искусства, народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии, профессора, общественного деятеля Бюльбюля. Музей создан по личной инициативе Гейдара Алиева. Бюльбюль в этой квартире жил с 1937 года до последних дней своей жизни, до 26 сентября 1961 года. Бюст Бюльбюля создан скульптором Асланом Рустамовым в 1978 году. Официальное открытие музея состоялось до 10 июня 1982 года.